Просто даром замек чокпе. Так и не китаю, наинса. И судья вынес справедливое решение освободить досрочно в связи с тяжелой болезнью. Джанабилов, значит, осужденный, освободился сейчас. Мы сегодня получили постановление. Были большие трудности, конечно, потому что это 71-я статья, есть в Уголовном кодексе, есть перечень Минздрава, где какие заболевания считать тяжелыми болезнями, да, есть. Но вот эта статья на практике, она трудно применима. Особенно после нашумевшего освобождения от Сулейманова, да, после нашумевшего освобождения Батукаева, здесь, судебная система, как бы, тем более они не хотели вообще принимать эту, применять на практике. И, ну, слава Богу, мы смогли показать, и судья тоже убедилась, посмотрев, как и тяжело больного принесли на носилках, вот даже действительно крайнем тяжелом состоянии. И я надеюсь, что в дальнейшем вот, судебная система будет эту, значит, эту статью использовать в своей практике, то есть правоприменительная практика все-таки в Казахстане, она начнет работать. Потому что простые осужденные, у которых нет денег, да, нет родственников, за которых будут бегать, хотя бы им дать возможность, чтобы они освободились, хотя бы в стенах дома хоть бы умереть, да? Потому что многие больные, тяжело больные, слушают, не доживают до суда.